скоро будет. Его было мало, но разговоров о нем было много. Основная идея спектакля «Бринер», премьера которого состоится совсем скоро на сцене Краевого драматического театра молодежи. Спектакль посвящен столетию со дня рождения Юла Бринера, известного актера театра и кино, обладателя таких премий, как «Оскар» и «Тони». Бринер стал одним из самых успешных выходцев из России и завоевал сердца миллионов зрителей. Он сыграл в таких известных картинах, как «Король и я», «Братья Карамазовы», «Великолепная семерка» и другие. Мы не ожидали ни музыки, ни приветственных спичей. Идея поставить спектакль о знаменитом голливудском актере и уроженце Владивостока пришла московскому режиссеру Талгату Баталову, неоднократному номинанту российской театральной премии «Золотая маска». И в какой-то момент я вот наткнулся, я уже не помню даже где, на информацию о том, что Юл Бринер, актер из фильма «Великолепная семерка», который я там очень люблю с детства, и что он из Владивостока. Я стал читать и просто понял, что это уникальная история, уникальная жизнь, какая-то нереальная совершенно судьба. Написать пьесу молодой режиссер предложил приморскому драматургу Виктории Костюкевич. Для вдохновения были просмотрены фильмы с участием Юла Бринера, прочитаны книги его сестры и сына Рока. Но сложность была в том, что голливудский актер все время запутывал следы своей жизни, и доподлинно ничего о нем не известно. По задумке режиссера и сценариста, в спектакле не будет актера главной роли. Каким был Бринер, расскажет его окружение. Сразу с Викой решили, что мы не хотим, чтобы какой-то артист изображал Бринера, потому что это настолько уникальное явление, и уникальная внешность, и уникальная энергия. Мы хотели как бы вынуть героя, да, что он отсутствует на сцене в изображении какого-то артиста. Но тем не менее он все время присутствует в разговорах, в воспоминаниях. Из этого зритель должен сам составить портрет своего Юла Бринера. Ведь основная цель постановки – познакомить владивостокцев со знаменитым земляком. Нам честь большая вспомнить нашего земляка. Действительно, я ребенок советского времени, мы не знали о Бринере ничего, пока вот уже эпоха сменилась, и вдруг открылись те непознанные глубины о наших соотечественниках, которых нам просто не дано было знать. На сцене театра молодежи проходят финальные репетиции. Режиссер и сценарист все еще вносят свои коррективы. К слову, пьесу редактировали 6 раз. Тем временем постановка уже вызвала ажиотаж среди жителей Владивостока. Билеты были мгновенно раскуплены на 2 дня премьеры. Было решено, что нужен третий. Так что 13, 14 и 15 ноября театр ждет всех на голливудскую сагу «Бринер». Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на 8.